А мечей зовут принять участие в акции «Спорт во благо». Это мероприятие в поддержку детей с синдромом Дауна. Как сами ребята готовятся к этому дню в нашем материале. Подтянуть физическую форму перед соревнованиями очень важно. Этим солнечным детям уже через 2 дня предстоит преодолеть серьезную дистанцию. В этом году мы ожидаем очень большое количество народу по сравнению с прошлым годом. Судя по звонкам, судя по откликам людей, то есть у нас, наверное, будет в этом году пока рекордное на сегодняшний день. Мы ожидаем количество людей. В этом году мы приготовили несколько сюрпризов для наших участников. Каждый спортсмен готовится по-особенному. Артем ходит на занятия с группой 3 раза в неделю. Помимо этого тренируется дома. Езда на велосипеде, бег. На сегодняшних занятиях упор делается на пресс и отжимания. Занимаемся, в основном бегаем. На даче, на велосипеде катается Артем. Отжимаемся, бегаем. Готовимся, внуки с нами побегут. И они бегают, в прошлом году бегали с нами. Помочь солнечным детям может каждый. Для этого достаточно просто прийти на забег в субботу. Старт в 13 часов в парке 30-летия в ЛКСМ. Каждый выберет себе дистанцию по духу и возможности. Николай Евенко, Александр Филиппов, Антенна 7.